В реке Иргиз найдено тело 7-летнего Ивана Голянца, который пропал в минувший понедельник близ села Быков-Отрог в Балаковском районе. Труп ребенка обнаружили в воде в километре от его дома. Напомню, Иван пропал 18 августа. В поиске мальчика были задействованы десятки специалистов и волонтеров. Полиция, спасатели, курсанты военных училищ и активисты саратовского поискового отряда «Лиза Алерт». 20 волонтеров, сменяя друг друга, опрашивали окрестных жителей и прочесывали лесные массивы. Методики заключаются в том, что мы не вешаем ориентировок, чтобы не напугать бегунка. Соответственно, мы их раздавали в магазины, в торговые центры, людям опрашивали. Это, значит, одна сторона работы. Вторая сторона, поскольку мы думали о том, что, может быть, ребенок двинулся куда-то по трассе, мы работали по трассе. То есть вот там уже на массовое распространение мы вешали ориентировки по деревням, которые находятся на трассе, там на расстоянии 15 километров от города. Мальчик найден в реке. Вот, к сожалению, это так. Вот я так думаю, что утонул он тогда, когда пропал. По предварительной версии, причиной смерти пропавшего мальчика могло стать утопление. Погибший ребенок был сиротой, его воспитывала бабушка.